We will now call on Janadi Sadinich, and I apologize if I didn't pronounce your name properly, brother. Дорогие братья и сестры, я представляю Беларусь, профсоюз ВЭП. У нас уже долгие годы процветают одногодичные контракты. Когда приезжают к нам наши гости, они изначально не понимают, вроде везде контракты. Чем вы, против чего вы контракты? Потому что они одногодичные. И наниматель свое право заключать контракт превратил в обязанность. Мы себя чувствуем порой беспомощными, когда мы не можем защитить рабочее место нашего активиста. Потеряв рабочие места, люди теряют уверенность в профсоюзе, теряют уверенность в том, что кто-то им может помочь. Этот вопрос поднимался не одноразово Международной организации труда. Власть его игнорирует. Работники повсеместно боятся потерять рабочее место. Многие взяли кредиты. Потеряв рабочее место, человек не сможет отдать кредит, не может построить дом. Десятки и сотни наших активистов были выбиты благодаря одногодичным контрактам. Нивелирование их через колл-договора, возможное продление на несколько лет, это не решает проблему. Проблема состоит в том, что с нестандартной занятостью пора бороться нестандартными методами. На беззаконие надо отвечать нестандартным и креативным подходом. Действовать сугубо законно мы не добьемся. И тогда лучшее, что мы можем сделать, лучший органайзинг – это защита постоянного рабочего места. И этот прекрасный лозунг, который здесь висит, он будет, естественно, наполняться работой. Но работой наполняться мало. Надо наполняться маленькими и большими победами. Благодарю вас.